Так, закончился у нас очень интересное противостояние между командой «Титан» и «Аврора». «Титан» достаточно сложно победил со счетом 1-0. С нами игрок команды «Титан» Назарий Осипов. Назарий, ну, что сегодня так тяжко вашей команде было? Вратарь у них очень хороший. Наш Качарян Грант, капитан наш, ну, не очень хорошую игру показал в центре, когда меня сменил. Ну, так в целом, как бы, команда очень серьезная, «Аврора». То, что они, как бы, начало турнира так, ну, не очень сыграли. Я думаю, это дело времени и то, что у них игроков не особо хватало сильных. А вот в прошлом интервью Грант сказал, что у вас в команде какое-то тотальное насилие над игроками. Из-за этого Данил, он от страха забивает каждую игру. Это только к Данилу относится или ко всем игрокам? Ну, к Белослюдову, например, который тянет? Белослюдову, к Стрельникову Виктору тоже это относится. Качарян Грант, ну, как бы, тоже так, но только его Дорофеев так немного насилует, чтобы он играл нормально. Ну и следующие соперники у вас еще остаются серьезные, и все так же настраиваться будете только на победу? Естественно, у нас «Легион» впереди, «Аврора», очень серьезные соперники, которые также впереди турнирной таблицы идут. Естественно, также будем готовиться, смотреть их матчи, подготавливаться к каждому очень серьезно. Спасибо за интервью, еще раз с победой. Спасибо. Спасибо, смотрели.